Омские театры оказались сразу в 7 номинациях Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Список номинантов накануне огласил экспертный совет фестиваля. Спектакль «Мария» Омского академического театра драмы оценят сразу в 5 категориях. Спектакль малой формы, работа режиссера, женская роль, мужская роль второго плана, работа художника по свету. Также в список номинантов попал Омский театр танца «Нога». Их спектакль «Файфа» поборется за звание лучшего в категориях «Современный танец» и «Работа хореографа». Даже просто попасть туда номинацию – огромная честь, потому что отсматривают все города России, театры представляют. Очень тысячи спектаклей экспертный совет ездит по стране и выбирает самые лучшие спектакли данного сезона. Но мы шли к этому очень давно, очень долго. Но мы пока все еще находимся в неком шоке, недоумении, где-то, может быть, даже в неверии.